Замена салонного фильтра в Лачетти. Аккуратно вставляем сначала как бы заднюю часть вверх, и потом вверх, и чуть-чуть гнем здесь вот, чуть-чуть на себя. Не вижу. Немножко вот согнули, и все, и он легко входит. Еще раз вот. Вытягиваем, чуть-чуть гнем вот здесь вот, вот тут. Не ломаем, а гнем. Еще раз, поехали. Так, раз. Вверх чуть-чуть и согнули. В пазик попали, согнули, и все. Оп, готово. И дальше прикручиваем, как обычно. Ничего сложного, все очень легко и быстро. Это делается.